Тем временем до конца голосования по благоустройству территорий осталось 5 дней. Напомним, в проекте формирования комфортной городской среды принимают участие 8 городов и один поселок Жешерт. Его жители выбирают один из двух объектов. Тротуар вдоль дороги по улице Индустриальной набрал 205 голосов. Сейчас здесь вместо комфортной пешеходной дорожки небольшая тропинка, по которой ходить не то что неудобно, даже опасно. Тем более улица соединяет множество важных социальных объектов, а тротуар поблизости нет. При благоустройстве планируется установка самого тротуара и уличного освещения. Озеленением займутся волонтеры. Тем более желающие уже есть. Территория эта важна, потому что там идет остановка автобуса и рядом школа. А также она соединяет улицу Молодежная и улицу Свердлова. Вот. А почему это важно? Потому что там рядом церковь. И еще уходит она с Молодежной в больницу. Второй объект – территория за жилыми домами от улицы Мира до улицы Свердлова. Сейчас дорога практически полностью покрыта ямами и ухабами, а вместо асфальта – песок и камни. К слову, эта территория – лидер голосования. 915 человек выразили желание благоустроить ее в будущем году. Но все еще может измениться. Проголосовать можно на сайте 11.городсреда.ру или через госуслуги до 31 мая.